Здравствуйте, друзья! Магазин «Феникс» приветствует вас! В этом выпуске я бы хотела вам рассказать, как проращивать семена табака. Уже начался сезон, когда эти семена нужно проращивать на рассаду. И сегодня я вам расскажу, как это сделать очень легко и просто. Итак, чтобы нам прорастить семена табака, нам потребуются непосредственно сами табаки, семена. Возьмем вирджинию и возьмем махорку желтую. Вода, грунт и все. Ставим семена. Это не в таком пакетике. Очень удобно, кстати, сеять семена табака. Я вам сейчас покажу, как они выглядят. В каждой упаковочке 50 семян. Вот они миленькие, такие, как мак. Прежде чем посадить семена табака, мы возьмем грунт очень рыхлый. Я добавила немножко перлита, увлажняем его, хорошо увлажняем, чтобы он был достаточно влажный, даже мокроватый. Так, перемешиваем. Все, грунт у нас очень влажный, мы перемешали и берем теперь семена табака. Кто-то хочет, если чтобы ровно было, может раскладывать пинцетом по поверхности грунта. Я это делаю просто вот так вот вытрушивая. Вот так вот раструшивая. Равномерно раструшивая из этого пакетика на поверхность грунта. Не углубляю. Семена табака прорастают без, на свету, в общем, поверхностно. Возьмем вирджинию, посадим. Посмотрим. Тоже пакетик, 50 семян. Так вот тоже раструшиваем на поверхности грунта. Ну, их, конечно же, тут не видно, но я могу вас уверить, что они лежат на поверхности грунта. Больше с ними ничего делать не нужно. Земля у нас очень увлажнена, и мы потом берем и всовываем вот эту вот емкость в зип-пакет, чтобы сделать тепличку, парничок. Закрываем. И вот получилась у нас такая мини-тепличка. В таком состоянии я ставила на нижний подогрев и под фитолампы. Через неделю у вас начнут появляться всходы. То есть семена табака прорастают очень быстро. Где-то примерно даже меньше недели, и у вас будет уже небольшие сеянцы. Через 2 недели вы получите вот такую вот тоже рассаду. То есть так как я высаживала в очень рыхлый грунт, потом можно будет без труда эти сеянцы попикировать в отдельной емкости, и уже после того, как они достигнут рассадного возраста, то есть где-то сантиметров 15-20, их можно будет пересаживать в открытый грунт. Вот так вот очень легко прорастают семена табака. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В описании я вам оставлю ссылочки на наши семена табаков. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам самого доброго.